Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, гости канала. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Мы снова на прогулочку. Солнышка сегодня нету, раннее утро. Сегодня хочу сделать обзор на косметику, которую я использовала для макияжа. Про ту пудру, которую я говорила в одном из видео. Вот она. Потому что у них там три вида пудр. Вот, я взяла по тону вторую, после самой светлой. Я думаю, нужно брать все-таки первую, поскольку лицо все-таки дает после нее загорелый оттенок. Потом вот такой тональный крем Bottega Veneta. Так, это давали в подарочек, когда я делала много покупок. Помада. Вот она, тоже Bottega Veneta, 10-й тон. И тени белые. Это тоже Bottega Veneta, но таких сейчас уже не выпускают. Это, по-моему, в прошлом году я покупала. Так, в остатках у них. Карандашик у меня и Фраше, и черные тени Эдебора. Вот я уже не стала показывать, поскольку хотела вообще-то только одну пудру показать. Всем хорошего дня, хорошего настроения и так далее. Buona giornata a tutti, cari amici, кто смотрит меня из Италии. Чао!